Спецпредставитель США по вопросам Украины посетит Киев. Об этом пишут сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники. Сообщают, что визит Курта Уолкера намечен на 27 октября. Он должен встретиться с представителями украинской власти перед переговорами с Владиславом Сурковым, советником российского президента. Дата этой встречи еще не оглашена. В пресс-службе Госдепартамента США подробностям сообщили, что пока не могут подтвердить, что Уолкер действительно посетит Украину в этот день. Мол, официальный график его поездок еще не утвержден.